Всем привет, дорогие мои! С вами Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о VIP-новинках, часть 2 каталога номер 16. Итак, значит, у нас выпущен такой вот классный гель для душа. Смотрите, как он густой, видите? Еле-еле. Вообще супер. Это детский гель для душа 3+. Идет лимитированная зимняя коллекция, которая создана специально для тех, кто ждет Новый год больше всех. Этот гель для душа называется «Кокосовая мечта». Он превратит купание в удовольствие. Что он делает с детками? От 3 лет он подходит, значит, бережно очищает кожу, не пересушивая ее, образуя мягкую пышную пену. Эффективная формула и только безопасные компоненты. Тонкий и нежный аромат кокоса. Ну что ж, давайте такой аромат с вами будем слушать. Так, ну, во-первых, консистенция, конечно, он очень густой, как вы видите, еле-еле-еле течет. И пахнет он, ну, каким-то таким, не знаю, искристо-карамельным кокосом, что ли. У него не чистый аромат кокосика, но, что мне понравилось, он не бьет в нос. Следующий — это шампунь. Посмотрите, какая красочная, красивая упаковочка. Он идет 200 мл, артикул 3280. Написано, что бережно очищает волосы, но при этом интенсивно ухаживает за ними. Делает пряди более мягкими, облегчает расчесывание. И аромат любимых фруктов, мармеладок, подходит для деток от 3 лет. Ну что ж, мармеладки так мармеладки. Давайте с вами смотреть консистенцию и... Ну да, довольно-таки густой, хороший. Так, запах, да, ребята, мармеладный запах один в один. Прикольно. Следующая новогодняя красота. Посмотрите тоже, какой он густущий прямо. Это гельчик объемом 200 мл с артикулом 2968. Тут идет сладкий аромат любимой жвачки. Бережно очищает кожу. Эффективная формула, безопасные компоненты и подходит для детей от 3 лет. То есть точно такой же, как и предыдущий, только аромат жвачки и такой вот прекрасный новогодний цвет и оформление. Да, они очень густые. Действительно пахнет такой слегка мятноватой. Мятноватной жвачкой с такой кислинкой, очень-очень приятной. Следующая парфюмерная вода – это «Артефакт» с артикулом 3552. Идет она для мужчин. Изготовлена и разработана во Франции эксклюзивно для компании Faberlic. То есть больше нету таких ароматов. Посмотрите, какая у него красивая упаковка, если вы будете дарить, да, прям Египет, Египет. И какой красивый флакончик. Да, тут фараоны, это Нефертити, тут глаз вот этот египетский, пирамиды и так далее. Ну что ж, давайте слушать полноценную версию. Так вот сбрызну. Ну, сразу же возникает такая мужская дерзость, грубость. Я чувствую очень приятный аромат. Хотя на самом деле у него идет очень шикарное описание. Вот я сейчас открыла его на сайте. Ну, прям красота. Смотрите, он идет. Свежий минерально-древесный аромат. Да, действительно, мне, лично мне, он очень приятен. И флакончик такой, знаете, тяжелый, увесистый, очень красиво выполненный. У него идут акватические ноты с акцентом пятигрейна и ананаса, которые отправляют на поиски бесценного амулета. А яркий минеральный аккорд, перекликаясь со смолистым отзвуком элеми, затягивает в круговорот событий. А решительный шлейф из белого дерева, стиракса и ветивера становится твоим компасом, помогая достичь цели. Верхние ноты у него пятигрейн, ананас и аквафтические ноты. Ноты сердца, минеральный аккорд и элеми. И базовые ноты — это белое дерево, стиракс, ветивер и дубовый мох. Мне кажется, что это аромат очень такого решительного, опытного мужчины. Не постесняюсь такого слова, сексуального мужчины. Очень-очень приятно. Ну, на мой взгляд, так, знаете, дорого-богато. Ну, это я так уже смеюсь. Итак, далее у нас с вами идет такой вот шикарный крем для рук, бережная защита, хэнд-крем. Так, артикул 2648, 75 миллилитров у него получается. Тут везде такие вот застежечки, их нужно открывать. Ну и давайте
посмотрим обязательно на его консистенцию. Он очень густой, как вы видите. Ну, оформление, ну, просто вот прямо на нем подписано «Подари меня». Ну, посмотрите, какая же это красота, как все продумано. Очень здорово, очень классно. Да, такой вот он у нас с вами густущий прямо, густущий-прегустущий. Густота прям завидная, да, смотрите, он не течет, не меняет форму. Значит, для чего он вообще нужен? Это крем моей младшей дочки, у нее постоянно ветрит кожа. Он создан для того, чтобы защищать от обветривания и шелушений в период холодов. Насыщенная текстура питает нежную кожу рук, и пробуждающий цитрусовый аромат заряжает бодростью в морозный день и вдохновляет на активные зимние развлечения. В общем, он для того, чтобы не обветрила кожа. Прежде чем выходить на улицу в зимнюю погодку, его нужно наносить. То есть вот так вот. Это у нас получается бережная защита. Ощущение того, что он не жирный, он абсолютно не жирный. Он слегка чуть-чуть превращается в такую водянистую основу, что тоже очень приятно. Сейчас я ощущаю, как он быстро-быстро впитывается, тоже очень как бы хорошо. В общем, крем мне понравился. Запах тоже такой не сильный, в нос не бьющий, бомбовый, очень-очень приятный. Следующий кремчик для рук идет как интенсивное питание. Я так понимаю, он нужен для того, чтобы также защитить кожу от мороза, ветра, но еще и плюс ко всему интенсивно ее попитать. Он уже идет более такой, видите, жиденький. Ну, как бы не жиденький, но, видите, тот выдавливался еле-еле, а этот вот уже такой более жидкий, можно сказать. Делает кожу рук гладкой, бархатистой, насыщенная текстура бережно обволакивает кожу, и пудрово-ванильный аромат с легким сливочными нотами создает праздничное настроение, дарит ощущение тепла и уюта. Он идет специально для ухода за кожей в зимний период. Куда-то сходили, прогулялись, да, чувствуете, что ручки подзамерзли, вот его, наверное, нужно наносить, потому что он идет уже не как бережно защита, хотя и защищает, но уже идет как питание после мороза, что очень-очень приятно. Запах действительно очень приятный такой, действительно такой сливочный, хорошенький. Я его сейчас наношу на руки, когда он менее такой водный, уже как вот этот, кстати, вообще впитался, видите, даже уже кожу собирает, и более такой питательный. Прям чувствуется, что он будет впитываться слегка чуть-чуть подольше, чем вот этот вот первый. Следующая серия – это, конечно же, зима. Очень красивое исполнение, классная минималистичная упаковка. Первое, что мне прям захотелось взять в руки – это бальзам «Зима» с артикулом 2959, весит он 4 грамма. Он защищает нежную кожу губ от мороза и ветра, предотвращая обветривание. Помогает, вот он такой, да, видите, большой, помогает бороться с сухостью, шелушением и трещинами на губах, глубоко увлажняет и смягчает губы, содержит карнаупский воск, который обладает природными защитными свойствами, которые помогают предотвратить повреждение нежной кожи под воздействием окружающей среды, масло ши и кокоса, которые обладают увлажняющим и питательными свойствами, смягчают кожу губ и повышают ее эластичность, ну и, конечно, витамин Е, который обладает антиоксидантными свойствами, помогает защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов и окружающей среды. В принципе, класс. Мне такое нравится. Угу. Он, во-первых, жирненький очень. Во-вторых, у него есть такой очень-очень приятный аромат, но привкуса нет. Аромат легкий, привкуса нет никакого, то есть вкуса. Минимум вкуса, максимум аромата. Аромат не сильный, легкий, приятный. В общем, запаслась я кремами для рук, но это не простой крем. Он не только с тремя маслами, вся линейка «Зима» в этот раз с тремя маслами, но еще и, вы представляете, это крем-концентрат для рук. Его не нужно так много, как обычного крема. Этот крем идет 75 мл с артикулом 2929, с очень красивым, шикарным, суперским прямо оформлением. Кому нужен, да, состав, посмотрите, пожалуйста, что-то забываю, да, я составы показать. Он содержит комплекс из трех натуральных масел, защищает кожу рук от агрессивного воздействия холода, ветра, резких перепадов температур, устраняет сухость, шелушения, смягчает и питает, дарит коже комфорт и ухоженный вид. Также содержит и масло какао, масло ши, кокоса, витамин Е. Ну, что вам могу сказать? Очень питательный крем, такой густоватый, вязкий. Сразу видно, да, это питательный крем. Именно чтобы питал. Отлично, просто отлично.
Аромат, кстати, забыла сказать про аромат. У него он каких-то, знаете, зимних ягод, что ли. Очень приятный такой. То ли клюквенный, то ли что-то типа этого. Ну, знаете, вот какой-то зимний такой хорошенький аромат. Далее у нас очень с вами интересный крем «Зима». Это защитный крем для лица. У меня очень часто раньше задавали вопросы, очень интересные. Защитный крем, вот я его нанесу, и что дальше? Вот скажите мне, что дальше, как наносить макияж, если, допустим, у меня уже там сделан тон, скулы и так далее, как наносить? Так вот, вот этот крем, он подходит для всех типов кожи. Его можно использовать в качестве основы под макияж. Он смягчает, питает, дарит коже комфорт и здоровый ухоженный вид, не закупоривает поры, позволяя коже дышать, защищает кожу от агрессивного воздействия мороза, ветра, резких перепадов температур и содержит 4% масла ши. Представляете, это, в принципе, такой немаленький, большой очень процент. Такое вот оно полуконцентрированное, я бы сказала, потому что он очень такой питательный. Я прям чувствую, как он питает. Ну, конечно, под макияж его надо наносить поменьше, но, в принципе, то, что я выдавила на руку, мне бы хватило и на все лицо, и на шею, и на зону декольте. То есть очень приятно в морозы делать вот такую основу под макияж, а не обычную. Да, очень приятный аромат. Он действительно питает здорово и классно. Содержит касторовое масло, мощно увлажняющее свойство. Масло ши и кокоса увлажняет и питает. Масло витамина Е обладает антиоксидантными свойствами свободных радикалов и окружающей среды. Боже мой, ребят, вы посмотрите, какое красивое оформление. Супер. Артикул 2930 идет в объеме 50 мл. Далее идет самый классный, наверное, крем для лица, рук и тела. Но я, конечно, его на лицо никогда не наношу, потому что есть специальный отдельный крем для лица. И вообще я пользуюсь антивозрастными кремами для лица, поэтому я не наношу его на лицо. С артикулом 2650, объемом 150 мл. Поставьте на паузу, кому важен состав, посмотрите, загуглите. А вот такая вот красота. Что в нем нового? А нового в нем это рекордные 6% масла ши. Это невероятное питание. Это очень классно и красиво. Посмотрите, он абсолютно густущий. Вы просто посмотрите, я его трясу, ничего не происходит. Он даже чуть-чуть не захотел съехать, да, то есть это очень густой крем, это мой самый любимый зимний крем, которым я могу пользоваться даже летом. Итак, кроме 6% масла ши, он защищает кожу от агрессивного воздействия холода и ветра, устраняет сухость. Он идет как ультрапитательный крем, восстанавливает кожу, эффективно смягчает и питает даже самую-самую чувствительную кожу. В составе содержится пчелиный воск, который создает защитный барьер на поверхности кожи, оберегая от мороза, помогает удерживать влагу, предотвращает ее испарение и делает кожу более гладкой. Натуральные масла ши и кокоса обладают увлажняющими и питательными свойствами, смягчают кожу и повышают ее эластичность. А витамин Е, ну, он обладает антиоксидантными свойствами и предотвращает усвояемость кожи свободных радикалов. Вот такая вот красота. Ну, слушайте, ребят, сколько уже на мне слоев кремов, и он впитывается. Он впитывается просто мгновенно. Я еще хочу вот эту ручку помазать. Прям красота. Очень приятный крем. Люблю его и могу сказать, что качество и консистенция остались прежними. Это безумно вкусно. Очень приятный аромат. Очень нежный аромат. И с огромным удовольствием я его каждую зиму покупаю. А из-за того, что тот же самый крем, но он просто улучшается, это для меня просто, вот знаете, находка. Обожаю. Обожаю серию «Зима». Всю серию. Она у нас задействована в семье Кононовых целиком. Следующий кремчик у нас идет как универсальный детский крем. Он идет с артикулом 3525, объем 50 мл. Кому нужно, обязательно посмотрите состав. Что же делает крем из линейки Lovely Moments? Это универсальный крем. Он создает ощущение приближающихся чудес и бережно ухаживает за кожей в холодное время. Да, посмотрите, он тоже очень-очень густой. Столько много выдавила. Он интенсивно питает кожу, он защищает ее от мороза и ветра тоже, предотвращает обветривание и шелушение, возвращает коже мягкость, шелковистость, сливочно-сладкий аромат кокоса имеет и можно пользовать для кожи рук, лица и тела, а также он подходит для взрослых и деток от 3 лет. Пантенол в составе активно восстанавливает кожу, возвращает ей здоровье, ухоженный вид, успокаивает кожу после мороза, вот нам свекуська это прям необходимо. У нас с вами в составе еще находится пчелиный воск, который образует защитный
защитную пленку, которая помогает удерживать естественную влагу, предотвращая обезвоженность кожи из-за низких температур и сильного ветра. И масло ши. Оно богато жирными кислотами, витаминами, которые глубоко питают и увлажняют, и смягчают кожу. Вот такая вот красота. Далее у нас с вами идет соль для ванны с пеной. Смотрите, какая она интересная. Тут есть и палочки какие-то, и камушки. То есть все-все-все на свете тут собрано. Очень приятный у нее аромат. Мне кажется, это будет классное дополнение к любому подарку. Просто туда кинуть, и просто человек будет в этом купаться, в этой пене, в этой соли, и вспоминать о том, как же вы ему это подарили, и вспоминать о вас. Мне кажется, прикольно. Оно деликатно очищает и смягчает кожу, легко пенится, и у него нежный и утонченный аромат. С удовольствием схожу сегодня в ванную. Далее у нас с вами идет вот такое вот детское, очень красивое колечко. Прикольное, классное, с артиклом 600-795. Красота неописуемая. Оно идет чисто из пластмассы. Но я вам могу вот так, да, посмеяться, показать, как оно выглядит. Потому что я в Москве, а моя дочка в Кирове. Но скоро она ко мне приедет. То есть вот такая вот красотища. Да, дети сейчас любят такие вот анимешки. Приходит такой вот коробочки. Одна штучка вот в такой большой коробке пришла, представляете? И далее. Вот такая красота. Это у нас с вами идет под названием Протикити. Ну, это не такое зеркало, как вы подумали. Тут, скорее всего, оно, пленочка убирается у него. Скорее всего, надо пленочку убрать. Вот я ее подцепила. Но что-то вот она плохо снимается тут. Не знаю, как ее убрать. Сидела, ковырялась, еле подцепила. Вот такое вот приятное зеркальце. Да, привет. И вот такая вот приятная коллекция. Да, видите, сейчас пока тут все закрыто. Сейчас будем с вами отклеивать. Такая вот кисточка двухсторонняя есть. Слушайте, ну вообще красотища. Назад уже, мне кажется, не сделать после первого нанесения. Вот тут не продумано. Но мне кажется, ей не надо это нам все. Ну и смотрим на эту красоту. Значит, тут у нас имеется эта косметическая шкатулка. Внутри 8 блесков для губ и 3 оттенка теней для век. Она идет механическая. Открывается нажатием на кнопку. И также встроенное зеркало и аппликатор для нанесения блесков. Ну, мне кажется, что очень красиво. Подходит для детей от 3 лет. Давайте же с вами смотреть. Очень, мне кажется, что мягкие такие красивые блески. Приятные. Угу. Он такой... Вроде бы он есть, но он очень незаметный, прозрачный. То есть ребенок вот так вот побалуется и нанесет. То есть он такой, видите, его практически не видно. Такой с голубинкой. Есть, конечно же, розовые блески. То есть вот он подцепляется таким вот образом. Давайте розовый посмотрим на губки. Ну, я так понимаю, что его специально таким нежным, да, вот такие вот нежные цвета, оттенки, ну и... тени. Да, тени, конечно, более такие интенсивные уже тенюшки. Да, их уже будет видно. Так, давайте с вами попробуем еще лиловый. В принципе, очень даже ничего. Лиловый даже с блесками. Ну, слушайте, прям для модных девчонок. Что мне еще понравилось, это то, что вот сюда нажимаете, оно само закрывается и захлопывается. И нажимаете на кнопочку, оно открывается и само выдвигается. Закрываете и захлопывается. Очень красивое оформление. Тут идут кристаллы, 2 крупных. В общем-то, безумно красивая красота. Артикул 66-87. Но не забывайте, что совсем маленьким это нельзя. 3+, не раньше. Очень красиво. Мне кажется, в подарок такой подарить. Вообще, с поводом, без повода, будет очень-очень приятным.
Далее посмотрим с вами на часть таких вот носочках прикольных. Ну, слушайте, ну красота и только. Можно повесить даже на новогоднюю елку, представляете? Его, в принципе-то, можно же открыть и туда еще, допустим, деньги положить, подарок. Вот это носки хлопковые, женские, размер 36-38, красным рисунком, артикул 820-692. Ну, вообще неожиданно, реально неожиданно. Давайте посмотрим, как они открываются. Ага, тут они склеены на скотче. Давайте же скотч разрежем. Вот так вот, да, были склеены. Такая красота. А еще я вам могу сказать, носки можно достать, и туда можно положить все, что хочется, и повесить на елочку. Ну, скажите, а? Игрушка вам, и подарок вам. В общем, все, что хотите, делайте, да? В общем-то, неплохо, неплохо. Носки довольно-таки мягкие, плотные, теплые, а с Дедушкой Морозом. Начеса у них вроде бы нет, но они очень плотные, прям такие хорошие, добротные, плотные. Так, следующие носки идут уже с Мишкой, не с Дед Морозом, а с Мишкой. И они такого темно-зеленого цвета, тоже 36-38, 820-694 артикул. Тоже прикольные, хорошенькие. Кстати, они идут вообще без пяток, без вот этих вот. А нет, тут есть полосочка небольшая. Ну, в общем-то, очень даже симпатично. И, кстати, они очень такие, знаете, прям мега упругие, что ли, я бы так сказала. Прям мега-мега упругие. Следующие носочки. Артикул 820-690. Ну, красота и только. Ну, вот надо же такое придумать. Очень здорово. В общем-то, это можно сделать пожизненно своими новогодними игрушками, да, что-то туда положили, обратно скотчиком шлеп, приклеили, и все, вот вам новогодняя игрушка, которая не бьется, не колотится. Каждый год может быть разной, цвета ленточек могут быть разные. Ну, вообще красота, ребят, прям красота. Ну, пластмасса такая очень даже плотная. Прям плотная. Она не сильно гнется, видите? То есть такая плотная, упругая, крепкая, хорошая пластмасса. Так, это у нас вообще кто? Не могу понять. Олень, не олень, господи. Ну, в общем, 820-690. Напишите мне, пожалуйста, кто это. Написано «синий с рисунком». То есть непонятно. Да, тоже 36-38 артикул. Ну, слушайте, прям красота. Я уже вижу, что они мои викуськи подойдут, и она их будет с радостью носить. Ну, в общем, износим с превеликим удовольствием. Далее я хочу вам показать кружку дракона. Приходит она в такой вот коробочке с артикулом 910-500. Отличный тоже подарок. Дракон прям великолепный, симпатичный, очень-очень хорошенький. Это кружка дракон желаний. Материал фарфор. Объем кружки 350 миллилитров, высота 10,5 сантиметров. Ну и сколько бы кружек в компании Faberlic я не покупала, рисунок ни разу не стирался. Ни в посудомойке, нигде. Но вот тут я рисунок чувствую, что он как будто сверху нанесен. Но будем смотреть. Будем смотреть, до посудомойки еще не добрались, я еще в номере в Москве. Ну, кружка, ну, вообще просто загляденье, так красиво, классно, клево продумано, великолепнейший просто, посмотрите, какой дракон. Я думаю, что вообще символ дракона должен на год хотя бы поселиться в нашей квартире, потому что нас ждет этот год. Еще смотрите, что меня удивило, это вот так вот упаковано, очень красиво, носки, да, то есть это носки детские, артикул 820-715, размер 20-22, не знаю, как они мне по размеру, ну, в смысле не мне, а моей дочурке, как они по размеру, давайте с вами будем все это дело отклеивать, то есть если вы развернули посмотреть, то вы уже не завернете назад. В общем, прикольно.
Да, прикольно, здорово, классно. У Деда Мороза тут практически настоящая борода. Викуське, я думаю, моей они еще пока что подойдут. Вот, хотя она у меня уже 36-38 носит, но они тянутся, они очень сильно тянутся. Тут такая что-то типа бороды. Видите, махра, а тут обычно. В общем, прикольно. Ощущение, да, такое приятненькое. Так, дальше давайте посмотрим. Значит, вот так они прошиты, сшиты. То есть это не покраска, а именно что вышивка. Очень хорошее качество, мега вау. Тут они, видите, изнутри идут с таким начесом. Очень теплые, хорошие, добротные носочки. И мне кажется, они даже на мою ногу подойдут. То есть они тянутся прям великолепно. И наискос, и в ширину, и в длину. То есть, мне кажется, на любого взрослого они подойдут, носки. То есть такие прям большие, универсальные. Хорошо, хорошо. Ну, пусть Викуська носит, радуется. Слушайте, невелики лишь они ей будут. Ну и синие носочки точно-точно такие же, с таким же рисунком клевым, классным. Но, скорее всего, они уже идут для мальчиков. Артикул 820-712. Ну, посмотрите, какое оформление для мальчишек. В общем, прикольно. Дети будут рады. Все-все при всем. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online и новинки 16-го каталога, часть 2.